ждут наш караванни. Молодые нюти не поведут наш караванни. Пора позавтракать. Да, Федя? Завтрак у нас будет... Ой, чуть не упал. Завтрак у нас будет сыроеда. Итак, завтрак сыроеда. Федя, а ты мясоед? Я передражниваю. Так, абрикосы. Высоко не достанем. Яблоки. Оскома. Не съем. Воробьи, кыш. А вот абрикоски. Вот эти какие абрикоски. Вот их-то я и поем. Итак, абрикоски, абрикоски, абрикоски. Абрикоски, ой, какие абрикоски. Какие красивые абрикоски. Я думаю, они такие же вкусные будут. Сочные. Но не такие вкусные, как хотелось бы. Я наелась абрикосов, у меня живот болит. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам. А. Штучек 5 съем. Съем штучек 5. Много не буду. Самые спелые, самые вкусные. Четыре, шесть. Больше не надо. Вот это мой завтрак, завтрак сыроеда. Если вы поели абрикос, или персиков, или винограда, все, ни с чем не смешивайте. Вот это и есть ваш завтрак. Что-то смешаете, все забродит, в животе будет непорядок.
Ой. Да, не такие вкусные, как хотелось бы. Как хотелось бы. На. Медом пахнет. О! А это боярышник кроваво-красный. Смотрите, какие шипы у него. О! Кто это? Кто это? Что за статуя? Ну что, подзакусили, запилим видосик и выставим вам.